dvhub.ru. И зачем надо конкурса на карточку? Я хотел придумать песню. Но так как 15 лет я не занимался ничем подобным, то тут я, конечно, заморочился. И в итоге, пока перебирал в голове все возможные варианты будущей песни, в итоге получилась совсем другая песня, которую я спринимал чуть позже. А сейчас хотел бы рассказать то, ну, как, собственно, я придумал эту песню. И если его рассказ кому-то покажется полным бредом, посмею с вами не согласиться. Это далеко еще не полный. Поехали. Хай, пипл, как у вас настроение? Начну я, пожалуй, свое выступление. Представлюсь, Максим, здравствуйте, люди, да. Сейчас что-то будет. Впервые на сцене, впервые рэп, нога шла. Стоит гитара, как обезьяна, красная, а тут пересохла, волнуюсь, боюсь. Сейчас заиграю, как будто бы. Всякое может случиться. Вот вижу я в зале знакомые лица. Помимо пожарных, скорой, полиции, здесь представители святой инквизиции хорошей. Пока не потерял сознание, я вижу скамья, минуточку внимания, чтобы не дать эту крепкую попытку. Я расскажу, как готовился к конкурсу. Думал сначала, что вы не сыграю. Песенку с детства готовлю, знаю. Классная песня, она вам понравится. Прощай, пожалуйста. Вот он наш, Василий Чемпион. Цирк-21 представляет он. dvhub.ru.